А теперь время и терпение. Она будет ждать, пока все антилопы отвлекутся. Пригнуться и найти пару уединенных кустов. Вот все, что ей нужно. У большинства травоядных почти полное круговое зрение. Они чувствительны к любому движению. Она следит за всеми газелями и приближается шаг за шагом, когда они отвлекаются. Малейшая ошибка испортит все. Этой еды маме и сыну хватит на несколько дней.